Теперь берем, ставим плитку на большой огонь. Эй, ребята, всем привет! С вами Вовчик.ру, и у меня для вас есть замечательная идея, как быстро почистить картошку буквально за одну секунду. Берем картофель и надрезаем кожуру. Картошка понадобится любая, хоть и с кожурой молодой, хоть и со старой, которая досталась вам маленькие тушки. Вот так вот надрезаем, чтобы они потом оба надреза вот так попались, что ли. Вот. Теперь берем, ставим плитку на большой огонь, закидываем ее в воду. Если надо, конечно, больше картошки, можно больше. Ну, для видео хочу показать 3. И ждем. Чтобы добиться лучшего результата эксперимента, необходим лед. Все мы знаем, что вода быстрее замерзает, когда в нее заливаем кипятящую воду. Ну что ж, наша картошечка была сварена. Достаем ее. Сначала наливаем холодную воду в миску. Для лучшего эффекта набираем туда кусочек льда. Так, вода становится холодной. И закидываем туда нашу картошечку. Считаем 10 секунд. Достаем. И... Как видите, картошка сама горячая, а кожура холодная. И все обдирается довольно быстро. Вот, раз, закидываем, и 10 секунд пробуем. Вот. Ну что ж, вот такой вот лайфхак получился. Как видите, картошка очень легко, точнее кожура очень легко сходит с картошки. И эту картошку можно использовать как пюре. И если тебе понравилось это видео, то почему бы не поставить ему лайк, подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте. И всем пока! Ты досмотрел видео до конца, самое время поставить видео лайк и подписаться на канал, а также вступи в нашу группу ВКонтакте, ссылка есть в описании, и посмотри наши плейлисты про разные эксперименты и плейлисты про лайфхаки. Бич, 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 бич. Let's whip those bitches and show them who's boss.